менять на 512 сюда в ликвами гиб сайз виртуал мемори 1024, но никакой разницы, но никакой разницы я не заметил между вот 64 и между большими значениями и маленькими. Это так, что это можно ничего тут не трогать. Значит, дал, что если для игр лучше поставить большие тут значения. Если одна игра играешь, тогда будет как бы лучше играть. Лучше работать быстрее. А если много всяких приложений, то лучше тут маленькие значения поставить. Мне важно, чтобы уничтожались много разных приложений, поэтому я маленькие поставил. Может, еще меньше можно. Но как-то не заметил разницы между большими и маленькими. Какой-то особой разницы. Может, она маленькая, что я не уловил ее. Тут я поставил такое значение, не знаю, наверное, это, но не заметил даже, что это что-то влияло. Тут, может, я 0 поставил. Тут, где на лист, я, вероятно, это я поставил. В некоторых местах. Как-то не заметил, что что-то влияло особо. А в фитуре тут можно... Вот это я 0 поставил тут. Спорт тайм. Возможно, я тоже 0 поставил. Тут font size был, кажется, 2, я поставил 3. В скан-коде я не пользуюсь, я поставил 0. Скриншот тоже 0 поставил. После 0, когда поставил, он сразу делает скриншот. Вот так вот. Раньше он еще там окей, там cancel. Ну, еще можно было выбрать после скриншота, где хочешь там сохранить или хочешь сохранить, а теперь он сразу фотографирует и сохраняет. Может, даже так лучше. System Manager, я так как его disable, но я тоже 0 поставил. Random lock screen я тоже поставил 0. Camera Beauty 0 поставил, тут же Camera Beauty 0 поставил. Ask Search тоже, кажется, 0 поставил. А этот Rough прям это все в эти я добавил. Тут, похоже, они ничего не влияют. Я пробовал по-всякому. По-всякому, но, похоже, ничего они не влияют. Сколько тут став? Это для более новых версий Android. Возможно, они будут влиять. А племя тоже, хоть бы 300, хоть 300, никакой разницы не заметил. Вот что творится внутри этого файла. Находится в System Boot Prop. Более старый бэкап. Вот это далек стак трейсис, я как бы вот это значит, что я это disable, но ничего это тоже не повлияло. Google XML. Это, наверное, я бэкап скопировал какой-то.
Это бэкап. Он, кажется, находится в этикет. И нет, а нет. Но Wolf Memory Kill, Wordemon RC я вот тоже переименовал. Это тоже ничего не дал. Это было строчка прописана. Это текст в нем находится. Ничего похожего не дает. Возможно, вот эти все вот изменить, они тоже ничего особо не повлияют. Модуля в Memory Killer. Тут можно вот тут менять, где по нулям поставил. Это я пробовал тут менять, тут ничего, они не влияют. Может, на новой прошивке что-то влияли. Влияли. Вот где находится срам. Вот прописан тут его размер, но тут ничего нельзя менять. Вот размер срам. Я, например, вот изменю. Когда нажму сейф, он опять вернется к прежнему. Как бы нельзя менять. На новой прошивке, возможно, можно было бы менять. Потому что... Потому что там мне кое-что больше удавалось менять. Вот тут это для Full Pro тоже, что поменяешь, он потом вернется обратно к своему состоянию. Enable Swap. Это тоже его, если удалить, он потом опять снова восстановится после перезагрузки. Вот Zingote, это вероятно есть вот этот A-процесс 32 бита и A-процесс 64. A-процесс 64 это 64, которые вот я здесь дисплей не отключал, вот сколько заряд. Вот я включил игру, она все было как прежнее, она не уничтожилась, дальше продолжается, все дальше продолжается. Кому я дал право приложение. Уж не надо. Вот теперь он работает близок к идеальному, ничего особо не тормозит. То смотрел обзоры, в нем там же журналисты жалуются, что у него там тормозит, он всякие подтормаживания, они там меняли лаунчер, все ничего не помогал. Так вот, у меня тоже тормозил, но я вот все настроил, удалил Google Play сервис, лишний удалил, сделал спорт моде, и теперь по сути ничего не тормозит.